На Калинина 19 столкнулись Toyota Vista и Toyota Noah. Неучетка. ДТП будут разбирать сотрудники ГИБДД. Авария случилась около полудня. Микроавтобус Toyota Noah ехал с Черемуховой на Вилково без изменения направления. Шел по главной дороге. Со второстепенной, со стороны 19-го дома, расположенного по улице Калинина, выезжал автомобиль Toyota Vista. Поворачивал налево. Водитель автомашины не уступил своему оппоненту дорогу и как результат спровоцировал ДТП. Какой здесь скоростью? 40 км в час ехал. Даже, может, и медленнее. Просто машина ехала, Land Cruiser заворачивал. Человек меня не увидел. Решил повернуть, вот и повернул. Владелец Висты свою вину не стал отрицать, признался, микрик не увидел, потому что обзор рулевому универсала закрывал крупногабаритный внедорожник. Выезжал просто, получается, Land Cruiser 200 поворачивал. И у меня получилась мертвая зона, он как раз почти параллельно с ним шел. Ну вот получилось так. Как получилось. Ну а что, видите же, я со второстепенной выезжал. В результате происшествия машины получили различные повреждения. На ходовых качествах они не отразились. По мнению водителя Ноаха, ремонт боковой части автотранспорта выльется в копеечку. Возможно, будет стоить больше 100 тысяч рублей. Поэтому не рискну оформлять аварию по европротоколу. Участники ДТП позвонили в городскую ГИБДД.